В эфире очередной выпуск программы «Спортцентр ТВ» и я ведущий Сергей Волков. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о памяти, о тех людях, которые приносили славу губернскому самарскому спорту. Мы начинаем с Чапаевска. Один из героев нашей программы, руководитель департамента по физкультуре и спорту этого прекрасного города Евгений Кожин. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Визитная карточка. Евгений Кожин. Родился 2 июня 1974 года в Чапаевске Куйбышевской области. В 2006 году окончил Самарский институт бизнеса и управления по специальности юрист. С 1991 по 1992 год работал тренером-преподавателем отделения борьбы дзюдо и самбо дюжит номер 2 города Чапаевска. С 1992 по 1994 год проходил службу в рядах вооруженных сил Российской Федерации. 86-я отдельная спортивная рота 16-го спортивного клуба армии Приволжского военного округа. Серебряный призер чемпионата Приво по борьбе с самбо. Участник чемпионата вооруженных сил Российской Федерации по борьбе с самбо. С 1994 по 1997 год работал в подразделениях службы охраны и инкассации Банка России и Сбербанка России. Являлся членом сборной команды Самарского областного управления инкассации по рукопашному бою. С 1997 по 2007 год работал в организациях нефтедобывающей отрасли. С 2007 по 2008 год занимал должность консультанта, помощника руководителя департамента физической культуры и спорта областной администрации. Со 2 сентября 2008 года по настоящее время руководитель департамента физической культуры и спорта администрации Чапаевска. Имеет звание заслуженный работник физической культуры и спорта Самарской области. Награжден почетными грамотами губернатора Самарской области, Министерства спорта Самарской области, городской администрации Чапаевска. Мы находимся в спорткомплексе «Луч». Я так понимаю, это главная спортивная арена вашего города. И здесь существует недавно открытый прекрасный спортивный музей. Я знаю, что он пользуется популярностью у любителей спорта и просто у жителей города. И мне очень интересно, и, наверное, интересно всем, кто любит спорт, кто интересуется историей самарского губернского спорта, как возникла идея создать вот такой великолепный музей. Ну, на самом деле, совсем недавно был юбилей нашего города, хотя, можно сказать, уже и давно. Вот, нашему городу уже больше 100 лет, а вот к столетию готовились, и, соответственно, вот в этот момент возникла идея, что нужно запечатлеть историю города, соответственно, спорт и город – слова-синонимы, поэтому мы этой идеей вдохновились. А когда подошел момент и состоялось столетие спорта Чапаевска, то тут уже повод, будем сам говорить, Бог велел. Сам Бог велел, да. Вот, поэтому вот два таких замечательных повода, они дали толчок. Вот. Ну а в принципе, вот идею, наверное, мы посмотрели у наших лидеров нашего спорта, Татарстан, другие регионы. Вот, а почему не в Самаре, кстати? Ну, вы знаете, Я такой задаю несколько провокационный вопрос. Почему? Потому что у нас, к сожалению, раньше существовала экспозиция спортивная в областном краеведческом музее, потом как-то со временем она исчезла. И, честно говоря, областного музея спорта у нас его нет. Нету, да. А похвастаться-то есть чем нашему краю, Волжскому. Я думаю, и похвастаться, и погордиться есть чем. И поэтому согласен, да, наверное, вот такого музея, да, есть музеи футбола, замечательный музей, но вот именно в широком смысле спорта, потому что не только же футболом живет Самара, Самарская область. Ты имеешь в виду музей Лейкбрада? Да. Сергея Лейкбрада, да. Мы еще, кстати, покажем вам обязательно этот уникальный тоже музей, да, имени команды футбольной «Крылья Советов». «Крылья Советов», кстати, да. Я вот здесь вот обратил внимание, здесь у вас тоже здесь стенд есть. Вы, да, дружите с футбольной командой «Крылья Советов»? Мы дружим с ветеранами футбольного клуба «Крылья Советов», с ветеранами. Вот. Ну, с самими «Крылья Советов», к сожалению, ну, такого прямого контакта нет. Но что... ведь один из ветеранов «Крылья Советов», бывший голкипер Александр Соколов, он родом-то из Чапаевска. Совершенно верно. Мы гордимся. Тот самый великий Саша Соколов, который стоял и в «Крылья Советов», и потом
был в тренерском штабе, кстати, Тольяттинской «Лады». Прям чуть-чуть поправлю, он родился в Сибири, потом вот долгое вот. Время, до 18 лет, до момента того, как он перешел в Крайний Совет, когда его пригласили в Крайний Совет, он проживал, конечно, и тренировался, и являлся воспитанником нашей школы химии. И вот здесь, Чапаевска. На Луче, вот здесь, на стадионе Луч, ты играл. И здесь играл, и проживал вот на Берсоле, на нашем так называемом районе. Совершенно верно. С Крыльев Советом еще один человек связывает нас, который, вот, казалось бы, никакого отношения к Чапаевску иметь не должен. Это наш замечательный игрок Анатолий Фетисов. Совершенно верно. А он ты как здесь оказался? А вот Чапаевск, понимаете, это не место жительства, это национальность. Вот, да, он проживал здесь в юношеском возрасте, ну, с родителями. Вот, и сам рассказывал, будучи здесь, будучи в этом музее, вот передал нам свои вещи, да, что он вот здесь вот мимо этого стадиона ходил там на учебу, тренировался и так далее, гонял мяч. Вот, то есть он привозил сына своего. А когда он попал в Крылья Советов, он на электричке ездил? Вот, нет, он уже, они уже жили в Самаре. Они уже переехали, да? Но мне очень приятно, Анатолий Иванович приезжает к нам на мероприятие, поздравляет детишек. И мне очень приятно, вот, когда он с сыном своим был, он сказал, это город моего детства. И вот на майке, которую он передал, вот как раз есть надпись «Чапаевску, города моего детства». Вот когда вы создавали музей, вы примерно определили, вот с какого события, с какого момента начинается спортивная слава Чапаевска? Мы определили, мы порылись в музеях. Порылись не в музеях, в архивах. И первые упоминания, вот, которые как бы нашли о первом матче, который состоялся, это был в 16-м году. Футбольный матч. Футбольный матч, да. Он состоялся между заводской командой. То есть история самарского губернского спорта, она начинается с футбола. В основном. Да, по большому счету, чтобы, так сказать, сохранилось все это в архивах. Да. А в Чапаевске, естественно, как рабочий город, Иващенко. Иващенко. Вот как раз не рабочий, а как раз завод управления, которое состояло на тот момент из дворянского сословия, вот оно организовало матч. У вас же, по-моему, здесь и работали иностранные специалисты, которые вот и пороховой завод, совершенно верно. Короче, все закрытые предприятия руками иностранных специалистов. Это знаю еще с Петра Первого, да, люди с немецкой фамилией очень часто встречаются, особенно в технических производствах, которые в инженерных мыслях, так скажем, да. Вот здесь был точно так же, и поэтому вот на стенде вы увидите, там как раз фамилии. То есть так тогда, с какого года все-таки? В 16-м году первое упоминание. С 1916 года. Первое упоминание до революции. Первое упоминание. Футбольная команда. Да, провела дальше, матч. И началось, да? Бег, прыжки, метание, легкая атлетика. В основном начинался футбол. Коньки. Да. Хоккей, наверное, появился позже. Да. Вот как бы революционное время, в любом случае, все строилось на футболе. Потом строилось на легкой атлетике. Ну, тогда, видимо, это и самые, наверное, доступные виды были, да, которым вот не нужно было какого-то сложного оборудования и так далее и тому подобное. А вы как объявление в газете сделали, по Чапаевскому телевидению сказали, что уважаемые горожане, приносите свои вещи, свои, приходите, делитесь воспоминаниями, мы будем создавать музей. Вот. Или это спонтанно как-то пошло? Нет, сказали всем. Постарались донести до каждого, постарались вот каждому дотянуться и попросили, вот что даже все, что есть, вот честно могу сказать, я не могу сказать, что мы сейчас написали историю, которая вот не знаю, от и до так и было. Мы, наверное, больше собрали фрагменты воспоминаний. По верхушечкам, да. Так прошлись немножко. Почему? Потому что в архивах много нету. Мы запросили и официально архив. Людей уже нету. Да. Уже. Поэтому где-то, может быть, я всегда говорю, чтобы не обижались, ну, наверное, если где-то мы исказили что-то, да, мы готовы вносить коррективы, но это в том случае, когда мы будем иметь информацию. Вот на сегодняшний может день... Может быть, и не о всех еще рассказывали. Абсолютно не о всех, потому что Сергей, абсолютно. Так бывает. Абсолютно не о всех. Я могу вам сказать, был такой знаменитый штангист, тяжелый атлет, да, Мурзагулов. Он в одной команде с Власовым участвовал в чемпионате мира, чемпионате Европы, был победителем чемпионата Европы. Да? Он родом отсюда, он здесь учился, потом перешел в Самару и уже, соответственно, его спортивный путь пошел. Но до сих пор мы нашли видеоролик, нашли несколько вырезок газетных. Но больше информации найти не можем. И как бы не могут ее найти, даже мы пытались запросы давать и так далее. Вот больше нет. Хотя вот человек, имеющий такое огромное значение, скажем так. И вы знаете, большое количество людей мы нашли.
И большее количество, наверное, еще не нашли. Вот, ну, кстати, будет здесь случай. Ты можешь обратиться сейчас вот ко всем тем, кто родился в Чапаевске, кто, может быть, эту семью знает, как-то знаком, родственникам. Если есть что-то, что рассказывает о раннем периоде вот становления чапаевского спорта, то, конечно же, может быть... Я с удовольствием это сделаю, потому что... Еще куда раз, нести? Еще раз, куда нести? Город Чапаевск, улица Железнодорожная, 14. Кожник Геннадий Владимирович, руководитель департамент спорта. Сейчас мы находимся в помещении спорткомплекса «Луч». Спорткомплекс «Луч», да, здесь и офис находится. На... Да, поэтому не промахнуться. А стадион, кстати, единственный сейчас в городе остается? Нет, стадион с трибунами два у нас. Еще есть стадион «Восход», он тоже включен в госреестр. Там проходили игры областного чемпионата. Но именно такого качества, с беговыми дорожками, с искусственным покрытием, это центральное. То есть все, что возле вокзала, все так осталось. Все вот это спортивное ядро. Сергей, тут замечательный кластер спортивный. У нас сейчас еще построен ледовый каток, крытый. Здесь, соответственно, у нас бассейн, там у нас искусственное поле, легкоатлетическая дорожка. Это все дает возможность, в общем-то, очень на хорошем уровне готовить и спортсменов, и физкультурников. Ну, вернемся к истории. Вот если коротко, основные какие-то вот вехи чапаевского спорта вот здесь представлены. Может быть, люди какие-то. Да. Ну, правильно вы сказали, всех, наверное, описать и невозможно. Но таких вот столпов, будем говорить, с которых все начиналось, вот здесь представлен Константин Андреевич Емельянов, который воспитал огромное количество легкоатлетов, плеяду, будем говорить, вот про кого мы говорили, Мордешова, Спирин, Николай Степанович Спирин, Владимир Степанович Спирин, мастера спорта Губарев, Фомичев, это я навскидку говорю, да, это вот как раз все, будем говорить, пошли. Вернее, Константин Андреевич дал толчок, а тренеры, которых вот я назвал, уже воспитали дальше спортсменов. Будем говорить, что это основатели, основатели школы, которая считается губерния одной из сильнейших. Тамара Сангришина, ну это тоже легендарный человек, который до сих пор работает и возглавляет первую спортивную школу, в которую она пришла руководителем еще в далеком 75-м году. Вот, она до сих пор в строю. Ну, это уже как бы немножко даже современная. Если чуть раньше брать, это вот как раз история первой спортивной школы, вот про которую я говорю, которую возглавил Тамар Сан, да, она являлась первой и единственной школой, которая воспитала большое количество тоже баскетболистов, волейболистов. Одним из руководителей этой школы вот был Бернацкий, который, будем говорить, тоже большой толчок дал развитию спорта в Чапаевске, детского спорта, юношеского. Вы знаете, обратил на такую особенность. Вот музей раньше как-то и не было, значит, в Самаре, в Куйбышеве. А все кубки, все награды крупные обычно были в городском спорткомитете, в областном спорткомитете, у председателя. Все это на шкафах стояло, потом уходил председатель, и все это исчезало. Нет, слава. И все это счастливым образом. И вот теперь я вот думаю, в комиссионках, вы знаете, с такой как-то с чувством каким-то не очень хорошим, с негативным, я увидел большой кубок золотой шайбы, который всесоюзного финала, который проходил в Куйбышеве, вот кто-то сдал с кубку, так сказать, ну, такие раритетные это досадно, вещи. Да, печально. Очень плохо, что мы, как Ивана, не помним еще раз страх. Понимаете? Ну, в этом Чапаевску повезло чуть больше, наверное, потому что такого у нас... Ну, я увижу у вас какие-то... Это раритетные вещи. Хочу, если вот можно, покажу вообще раритетную вещь, которую вы нигде не встретите, и самое главное, в скупке. Вот это, да, кубок по хоккею с мячом, видите, гравировка, который сделан из гильзы. Вот так вот, это гильза снаряда, латунного снаряда, он не открывается, это сделано единым, представляете, такая, да? Это передали вот как раз ветераны оборонного предприятия, на котором вот такие вещи и уникальные, фантастика, эксклюзивные были сделаны. Это фантастика просто. Больше вы нигде не встретите. Поэтому вот этот эксклюзив, видите, он у нас здесь, он никуда не ушел. Так, да. Ну и вот за моей спиной, по-моему, вот здесь вот впереди еще, вот тут есть вот еще... какие-то вещи. Вот я смотрю, там тапочки. Это не тапочки, это шиповки. Коньки, оригинальные. Давайте поставлю. Шиповки оригинальные.
которые, могу вам сказать, сохранились благодаря запасливости наших тренеров. Скрывать не буду. Вот там вы видели хоккейную экипировку в идеальном состоянии, а на щитках бирочка. На бирочке написано 1979 год. Вот так. Да, могу вам сказать, что наши запасливые тренеры спрятали, представляете, в дальний ящик. Вот, им нам повезло, что вот после нашего пламенного призыва они из этих дальних ящиков вытащили эти вещи. Вот это абсолютно новые шиповки, видите, абсолютно новые шиповки, которым вот 30 лет. Ну, потому что бегали по гаревой дорожке с длинными шипами. Потому что они лежали в заначке, вы же сказали, и они сохранились в идеальном состоянии. Да, я признателен тем, кто вот такую замечательную заначку сделал, и для музея это неоценимый просто экспонат. Как городские власти отнеслись вот к этой идее, вот, и как они помогают вот, для того, чтобы расширять музей, чтобы дополнять новыми экспонатами? Ну, я сам являюсь одной из частей городской власти, поэтому не разделяю это. Очень большую поддержку в этом оказывает глава города и Дмитрий Викторович Блынский, который был до этого, и Виталий Владимирович Ощепков, вот, в бытность которого мы уже открыли музей, очень большую поддержку именно в плане, это тоже материальные средства, и, как я говорил, мы включили в программу городскую. Стоит, да? Но вы знаете, конечно, бюджет Чапаевска там небольшой, уж так будем откровенно говорить, да, вот, и мы старались максимально экономить, я даже цифр не буду называть, но это не миллионы рублей, я вас уверяю, и не половина миллиона рублей, это все намного меньше, проще, и на самом деле, мне самое главное, кажется, это душа. Вот когда во что-то вложена душа, да, оно и отдается по-другому. Потому что можно нарисовать эти портреты, можно сделать эти шкафы. Но если сюда не будет вложена душа, вот не будет вот каждый экспонат, вот как это, да, тепло какое-то людское издавать, наверное, эффекта не будет. Это будет просто выставка. А вот нам показалось, что у нас получился музей. Потому что отдавали от души, делали от души. Вот даже, видите, вот эти все рамочки деревянные, да, это все handmade. Это все вручную вот, с помощниками делалось, клеилось на основу. То есть это не вот отдали фирму, которая все взяла и там сделала. Да, это все абсолютно ручная работа. То есть руками сотрудников департамента. Да, сидели и занимались народным творчеством. Ну хорошо, мы посмотрели первую часть музея, идем во вторую. Мы сейчас посмотрели, с чего начинался спортивный Чапаевск, и вот наконец мы дошли до современности. Да. Вот именно в такой последовательности вы и создавали. Да, такая мысль была. Или наоборот, начали с конца, с Олимпийских игр, потому что я вижу, что здесь вот раритетные вещи выставлены, ваших паралимпийцев в первую очередь, тех людей, которые еще совсем вот недавно и продолжают выступать да. Еще. Да. Да, совершенно верно, так и есть. Но начали мы все-таки с первой части, с советского времени. Хотя могу сказать, что здесь, конечно, тоже огромная, большая работа была проведена. Почему? Потому что развивался спорт очень активно и в России, в российское время, да, не только в советское, в российское время. И нам много есть о ком и о чем рассказать. Но мы постарались очень так кратко и сделать акцент именно вот на тех людей, которые самый большой вклад внесли, потому что много есть о ком рассказать, но вот ребята, которые внесли, паралимпийцы наши, да, внесли свой вклад в паралимпийское движение, участвуя в паралимпийских играх, выигрывая паралимпийские игры, он, конечно, ну, самый весомый, значимый, поэтому ему такое большое место вот здесь и выделено. Ну, вот я вижу здесь наша знаменитая Радамакина. Да. Вот она, по-моему, Николь Радамакина. Николь, здесь тренерский состав. Тренерский состав, да? Николь Радамакина. Потому что это неразделимые вещи, да? Конечно. Ну, невозможно же. Невозможно. Как-то в семье же не бывает, да, вторичных, первичных людей. Также и в спорте. Но здесь, во-первых, вот личные вещи. Костюм спортивный, медали. Я очень признателен, что ребята вот свои, это оригинальные вещи. Медаль за чемпионат мира, вот Николь передала, спортивный костюм сборной. Здесь же костюм Доронина Вероники, которая участница Паралимпийских игр, которая принимала... Колясочница. Да, которая до сих пор тренируется, в Мособласти сейчас выступает. Вот этот костюм, будем говорить, парадный, на котором они были на приеме у Владимира Владимировича Путина. То есть это все оригинальные вещи. И, конечно, еще раз большое спасибо за то, что участвовали. Ну, вот этот факел. Да, это да. Главное, пожалуй. Да, факел, раритет. Достопримечательность это второго зала. Да, это оригинальная вещь, с которой Владимир Степанович Спирин участвовал в этой
эстафете паралимпийского огня, бежал с ней, да, на нем, вот видите, там затемнение от дыма, от копоти. Бежал, да, в Самаре, да? В Самаре, да. Соответственно, вот костюм, в котором они бежали, то есть переданы тоже вот эти вещи. Нам вообще вот такой момент, могу сказать, не то, что повезло, а, наверное, мы добились такой чести, что у нас участвовало, наверное, из малых городов самое большое представительство наших людей. Вот, участвовал Владимир Степанович Спирин, участвовал Николь Радомакин, участвовал Вострикова Марина Ивановна, участвовала Бармина Лидия Александровна. То есть, видите, уже четыре... Я даже помню, они бежали по Гагарина. Видимо, да. Соответственно, вот их представлены здесь костюмы, личные вещи. А Марина Ивановна Вострикова участвовала еще и в эстафете Олимпийского огня сочинского. Поэтому вот нам двойная такая выдалась, да, честь. Удостоен такой чести. И вот такие экспонаты сейчас здесь приходят. Ну и вот Никита Прохоров. Никита Прохоров хоть и не является уроженцем города Чапаевск, но когда законный брак с Николь Радомакиной заключили, вот, он переехал жить сюда, тренируется здесь, поэтому мы его тоже считаем уже как бы своим земляком. Вот. Ну и, соответственно, он победитель Паралимпийских игр 2012 года, чемпион мира неоднократный. Вот, соответственно, его тоже вещи здесь оригинальные присутствуют. Мне кажется, здесь, знаете, не хватает. Здесь не хватает диска. Оригинального, да? Оригинального, который Никита метал. И не хватает у Радомакиной, ну, я не знаю, каких-то шиповок. Ну, будем... Хорошая идея, кстати. Нет, я к чему это? Потому что я смотрю, что, в принципе... еще достаточно еще здесь места, чтобы экспозицию увеличить. Да. Вот. Единственное, что как спортсмены воспринимают вот эту вот идею вашего музея и как они несут к вам свои эти раритетные вещи. Ну, не боятся ли они, что это все пропадет? Но сейчас уже за сохранность. Сейчас уже не боятся, потому что музей уже 3 года, и ребята, во-первых, видят, что здесь систематически происходят экскурсии. Мы в обязательном порядке, в рамках воспитательной работы, так скажем, приводим сюда малышей. Вот самое замечательное и приятное, что вот недавно открываю папку, пишет письмо директор детского сада. Просим вас организовать экскурсию для малышей. Мы с удовольствием. То есть так называемые олимпийские уроки. Да, вот олимпийские уроки. Причем от самых маленьких. Между прочим, даже у нас у школьников есть учебник. В программе, да. Учебник, да, олимпийский учебник. Он издается, вот если мне память не изменяет, лет 25 уже. У нас не хватает самарского олимпийского учебника. Было бы здорово. Как раз, вот видите, сколько у нас героев, и чтобы они в этом учебнике, и наши школьники самарской губернии, чтобы они знали своих героев спорта. Ну вот в Чапаевске мы стараемся, чтобы они знали. Вот, поэтому организовываем такие экскурсии, поэтому ребята, люди, которые передали сюда свои самые такие драгоценные вещи, они знают, что это в дело, они знают, что это в сохранности, и знают, что это на серьезном уровне. А вот скажите, а вот насколько это накладно для бюджета, скромного бюджета Чапаевска? Ну, я вам честно могу сказать... Спорткомитет или у вас департамент управления? Департамент спорта, да. Могу сказать, что здесь многое сделано. Конечно, помощь главы здесь основная. Вот. Ну, помощь главы в чем она? Финансовая, в том числе. Это поиск спонсоров? Нет. Выделяли средства в рамках нашей программы. То есть прям целевым порядком. Да, то есть вы забивали в бюджете. Совершенно верно. И реализовывали эти мероприятия. Да. Но вы понимаете, в чем дело? Вначале я, наверное, тоже думал, что найти помещение, найти вот стеклянные вот эти все ящички и полочки, да, что это организовать стенды. Вы знаете, оказалось, это не самое сложное. Самое сложное – найти человека, который историка, да, или который бы эту историю написал, который нашел бы вот эти все, не знаю, факты, нашел людей. А есть такой у вас человек? Я. Поскольку сам житель, уроженец Чапаевска. Я просто скажу честно, я искал. Но вот прям взять одного человека, который бы вот все это рассказал, написал, так, конечно, не получилось. Тем более 100-летняя история, да, понятно, что уже по возрасту такого человека нет. То есть руководитель департамента, он же еще и экскурсовод здесь. В первое время так и было. Потом я уже вот Владимира Николаевича Жирнова попросил, так скажем, чтобы он все-таки это больше на себя брал. Вот, потому что ты как бы не успеваешь просто этим заниматься. Но в первое время действительно пришлось это делать самому. И скрывать не буду, я приглашал к себе в кабинет.
брал авторучку и записывал реально под рукопись интервью, будем говорить, людей. Ну вот я знаю, что вы очень много посещаете крупных соревнований. Я думаю, что оттуда, наверное, вы и берете какие-то свежие какие-то идеи какие-то. И присматриваетесь к тому, а как это делается это у учиться, других. Учиться, у наверное, это всегда нужно. Вот до последнего дня я свои с первого, до последнего дня жизни, да, нужно учиться и всегда не останавливаться на достигнутом. Я могу сказать, я учился у наших татарских, в первую очередь, друзей. И, вообще, когда я в Казани специально пошел, нашел музей спорта Казани, в Ледовом дворце у них, посетил его, у них вот эта экспозиция сделана, она на меня вот такое огромное впечатление произвела. И я вот от наших татарских, так скажем, друзей, соседей, я от них вот это очень много взял. Что... То есть взял карандаш, да, и начал, да, буквально, да, срисовывать стеллажи, как это смотреть, будет, да, потом, как общая картинка. Совершенно верно, да. Но все равно, в любом случае, мы раза три переставляли, как вот мебель в доме переставляли, да, мы раза три переставляли экспозицию. Почему? Потому что здесь про кого-то не сказали, либо здесь что-то, какой-то факт выплыл, да. Ну, вы знаете, на самом деле, вот я понял, что интеллектуальная часть вот этой работы, она самая сложная, потому что можно найти партнеров, можно найти денег, да, сделать все стенды. А вот что на этих стендах будет, да, вот это уже интеллектуальный труд. Я вот жду все-таки какой-то истории о том, что ветераны чапаевского спорта пошли сюда, увидев эти вот апартаменты музея, пошли сюда косяком, начали предлагать свои различные раритеты. Да, вы сделаете только Христа ради, значит, мой уголочек. Вот как удается вот выдержать очень тонкую эту грань? Очень. Потому что вот герои спорта Чапаевск, это действительно уважаемые люди, на которых можно равняться, но если брать уровень, что человек был чемпионом города в 50-х годах, вроде бы отказать неудобно. И в то же время, и в общем-то, и люди-то и забытые. А с другой стороны, мы знаем историю чапаевского спорта, что здесь, например, волейболисты играли в первенстве Советского Союза с командой высших лиги. Там уроженцы Чапаевска, например, уезжая из родного города, становились великими мастерами. Вот. Да. Но я вам уже рассказал, да, в прошлое наше, в, да, советское время, да, о том, как мы своих героев, будем говорить, просто находили. Вот если касается вот этого зала, то здесь уже было проще, потому что, допустим, ну, вы понимаете, да, что вот уровень Паралимпийских игр, да, либо, да, чемпионата России, да, здесь уже как бы более, ну, такой четкий и понятный. А вот согласен, что с советской историей, да, это было трудности. Почему? Потому что очень много людей, оказывается, которые выходцы родом из Чапаевска, да, да, которые достигли огромных успехов. Но я вот вам говорил про Марзагулу. Вот видите, да, до сих пор Федерация тяжелой атлетики до сих пор мне звонит и говорит, вы не нашли каких-то новых фактов. То есть это человек, участвующий с Власовым в одной олимпийской сборной, а про него так мало информации, что даже Федерация тяжелой атлетики России у нас ее ищет, просит. Ну, ветеранам большое спасибо. Они внесли неоценимый вклад своими рассказами, своей историей. И, как я говорю, она может быть, не сочетается где-то с официальной. И я не настаиваю на этом. Просто мы это записываем со слов тех людей, когда они жили, как они это видели. А кто-то не пишет летопись чапаевского спорта? Может быть, есть какие-то энтузиасты, журналисты, просто историки, просто краеведы, которые все это на бумаге, и плюс еще фотографии. Вот я вижу, что здесь фотографий это, в общем-то, немного. Вот. А ведь в основном-то история, она в фотографии. Объясню, фотографии принесли вот такой ворох, вот пакет. Ворох, да. Да. И чтобы определить, вот я говорю ветеранам большое спасибо, что мы садились, а вот это кто это, кто вот это записывали. Ну, это огромный, вот я говорю, был труд произведен. Труд. Да, но мы сделали, вот видите, здесь, да, в электронном виде уже, да, особенно здесь. Вот. Невозможно вот сделать фотографии и листать эти альбомы. Поэтому мы все это завели уже в цифру, завели это уже все в компьютер, да, и вот сейчас, допустим, уже приходят ребята, идет слайд-шоу, в котором написано, кто это, что это. То есть это заменило, будем говорить, фотоальбомы. В том зале вы видели, фотоальбомы оставили именно как дух эпохи. Вот они тех времен, эти фотографии. Вот. Но чтобы передать атмосферу. Чтобы передать атмосферу, да. А так, конечно, еще большой, знаете, плюс от музея, что мы вот эти фотографии, которые пожелтели, которые уже испортились, мы их сейчас перевели все в цифру, и они фактически попали в архив уже, я считаю, как бы навсегда. Потому что в цифре это уже все-таки больше. Ну и последнее. Будущее вот этого музея, каким вы его видите? Будущее этого музея, я вижу, вы знаете, чем больше будет побед,
тем больше будет людей, которые приложат руку, сердце, душу в эти победы вложат, да, тем больше будет героев вот этого музея. А я уверен, что такие люди есть, я уверен, что такие люди будут, значит, этого музея большое будущее. Ну и, наверное, я думаю, что вот само существование вот этого музея, оно дает какой-то толчок, чтобы на каких-то крупных предприятиях города, да, опять возобновились эти уголки спорта, предприятия, как было раньше. Вы абсолютно... Как это было в школах, как это было в техниках, в чапаевских знаменитых. Вы абсолютно правы. Это в спортивных комплексах, как бы отдельные эти уголки. Вы абсолютно правы, это уже есть. Мне очень приятно, вот мы недавно были на официальном мероприятии в заводе «Полимер», который вообще градообразующим, и город-то родился вокруг Сергиевского, потом «Полимера» до завода, да, и я зашел в красный уголок, и там сделали, обновили музей, очень мне понравилось, да, а директор говорит, вот мы как раз у вас тоже посмотрели, решили, надо тоже обновить музей, вот, и обновили музей, и новые истории, вот последние, новейшие истории, да, предприятия, там уже фотографии со «Спартакиад», там фотографии с вручения наград команде «Полимер», мне это было очень приятно, значит, спортивная жизнь, она не отделяется от жизни предприятия, это единое целое, как всегда это и было. Ну что ж, успехов вам. Спасибо.